специально для того, чтобы вы видели мою роскошную итальянскую шубку с баргузинским соболем при дневном освещении, снимаю этот ролик в домашних условиях. Посмотрите, пожалуйста, на цвет. Здесь сейчас нет никаких бликов. Посмотрите на цвет натуральный. Совершенно потрясающее качество норки, совершенно потрясающий баргузин. Шубка скроена очень интересно. Если вы ее носите без пояса, она напоминает немножко баллон. То есть небольшой такой, чуть-чуть сужается к низу. Также, если вы застегиваете капюшон, получается такое, прям как манто из баргузина. Здесь шикарная пуговица. Подклад у нас шелковый, есть два кармана. Длина на мне выше колена, но на вас, у меня рост 1,83 м, она, безусловно, будет либо по колено, либо чуть-чуть ниже. То есть вы делаете скидку на свой рост. Естественно, ее можно приехать, померить и ощутить ее на себе. Размер M, L и даже можно пробовать XL, потому что здесь есть еще запас как в районе бюста, так и в районе плечей. Ну и, естественно, последний кадр у нас будет в этом роскошном капюшоне. Также можно его и закрыть. Если вы любители все-таки поясов, то нужно вот такой пояс в комплект. На липучке очень легкий, удобный. Просто его вот так одеваете, и ваша шубка становится под пояс. Очень хорошо с высокими сапогами до колена, и практически вы полностью защищены от зимней стужи. Также эта норка очень хорошо реагирует на наш влажный климат. И также вы всегда себя чувствуете роскошной женщиной. Приезжайте на примерку.